Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Days After. Так, ворота ангара я хочу попробовать починить. Я, правда, не помню, чего нам там не хватает. Твою налево, нам не хватает 5 камней. Так, друзья мои, я сделал одну пробежечку и, видите, нашел 2 рецепта. И еще у нас проблемы, точнее не у нас, а проблемы у той самой девушки, которая нас тут встречала в прошлый раз и давала нам тыквенную похлебку, которую я уже, кстати, съел. Короче, ребята, на нее напали, походу, рейдеры. Потому что мы, когда делали с тобой вылазку, мы заметили дымок в том самом домике, где она живет. Но почему-то меня туда не впускают. Говорят, мне нужно сделать домик для гостей. Как его сделать, я пока без понятия. Вот здесь у нее находится дом. Вот я нажимаю, видишь, домик Бетти. Требование: домик для встреч. Где этот домик для встречи делать, я без понятия. В общем, мне нужно 5 камней, поэтому, ребят, я, наверное, побегу вот сюда. Скалы, сложность. Так, враги, возможная добыча. Так, и лучшая добыча. Где вот это вот все, ребят, найти? Шмотки, я так и не понимаю. Может быть, в сумках? Сейчас мы, короче, с тобой посмотрим, что здесь вообще есть. Так, возврат вещей. Если персонаж погиб, то тебе нужно забрать его вещи до обновления локации. Вот это, кстати, не стоит забывать, ребята, потому что вещи могут просто-напросто пропасть, если ты погиб и вышел из игры надолго. Там определенное количество часов или даже минут идет, после этого локация обновляется, и сделать ты уже больше ничего не сможешь. А ты представляешь, если ты пошел туда с полной амуницией и потерял свою броню, например, там оружие, которое ты крафтил фиг знает сколько времени. Так что об этом не стоит забывать. Так, вот эти штуки я, наверное, ребята, буду пропускать. Загрузки. Так, новая территория для нас. Мне нужен камень. Погнали. Так, а это что у нас там такое? Смотри, по карте какие-то детали. Ох ты. Это я могу забрать или что? Что мне с этим делать? В плане недостаточно места. Ой, дурила я, столеросовая. Зачем я пошел сюда? Ладно. Давай хотя бы добудем с тобой камень. Мне нужен камень для того, чтобы я смог поставить себе ангар. Там, я смотрю, под свинок лазит. Дай-ка я сейчас попробую его втихаря. На! Ну, неплохо, неплохо, я кританул. Хорош визжать, свинка. Так, отдай жир мне. Мне кажется, с этим жиром можно будет что-то делать. Либо готовить, да? Либо для каких-нибудь рецептов. Может быть, взять травы? Ага, места-то у нас нету. Травы я захотел забрать. Оу, а вот это, друзья мои, по-моему, глина. Блин, что же делать-то? Может быть, что-то схавать или выкинуть? Топор скоро сломается. Так, 15 камней. Мне как раз и нужно было 15 камней. Ладно, давай на всякий случай возьмем с тобой про запас. Вдруг там опять что-нибудь понадобится. Так, 19 камней. Глину обязательно нужно брать, потому что у нас новые рецепты есть. В плане, все, камень я больше не могу носить. Новые рецепты, и именно для тех рецептов нам нужна глина. Так, ну что, я дома. Пойдем быстренько пробежимся, посмотрим. По-моему, все у нас должно хватить. Так, камень. Опа, улучшаем. Так, готово. Ну что же, здесь мы получаем карту сокровища в ущелье. Открыть чертежи, это где же такое у нас? Показывает локацию, на которой спрятан тайник. Нам нужно 4 штуки. Верстак, рубашка, уровень, так, понятно. Я зайти уже, ага, я могу сюда зайти. Что это за сумка? Так, ага, вот, ребята, и петли, которые мне нужны были. Отлично, изолента. Так, вот тут есть где-нибудь у меня ящик какой-нибудь, чтобы я мог хранить здесь какие-нибудь вещи. Так, гостевой домик, ага, вот он, кстати, друзья мои. Немного руки приложить, там подкрасить, тут подклеить, и будет чудесное любовное гнездышко. Любовное гнездышко. Так, значит, 5 гвоздей. Давай я сюда, наверное, воткну кожу пока. Гвозди. Так, камень, трава, травы нужно и древесины. Короче, гвозди,
ремень, трава и древесина. По-моему, это все у меня где-то есть. В ящиках, скорее всего, это лежит. Поэтому давай-ка мы с тобой посмотрим. Так, там нужны были гвозди. Погоди-ка, еще там нужно было, по-моему, кожаный ремень, да? Вот этот вот. Кожаный ремень и трава. Блин, подожди, давай вот это вот выложим с тобой. Ненужное пока. По-моему, трава там нужна была. Могу опять же ошибиться, ребят. Так, ну тут недалеко, слава богу, поэтому сейчас мы посмотрим с тобой. После этого я смогу, наверное, пойти в гости к Бетти. Да, травы не хватает. И гвоздей. Так, гвозди. Значит, древесины и травы. Слушай, а разве у меня древесины там нету? По-моему, она есть. Я ее просто не взял. Так, а что у нас вот тут вот? Продуктовый магазин даже тут будет. То есть такое впечатление, что это ангар чисто для NPC, которые будут здесь мне помогать. Место собраний. Однажды, когда все придет в норму, тут соберутся все твои друзья. Ну, хотя бы те, кто останется жив. Вы будете пить пиво, играть на гитаре и вспоминать былые деньки. Вот на это бы я с удовольствием бы посмотрел. Торговец подарками. Торговец от Бога. Откуда он берет все эти ценные и необыкновенные редкие вещицы, неизвестно никому. Понял. Значит, мне нужно сейчас... Так, дрова нужны, да? Блин, места опять не хватает. Слушай, интересно, я там могу поставить ящик? Или же не смогу? Так, вот давай вот это все выложим с тобой пока. Рецепты, зачем я их таскаю с собой, действительно. Они же мне здесь не понадобятся пока. Так, дерево заберем. Рецепты выложим, фотоаппарат. Слушай, наверное, нам придется еще один ящик с тобой делать. Так, давай заходим в крафт. Так, псарня. Вот, псарня нам еще нужна будет. Деревян... Тьфу ты, ё-моё, опять этот камень. Ну, вечно с ним какая-то проблема, ребят. Камень, трава, блин, все как всегда. Ничего не можем сделать. Можем хотя бы что-нибудь заварганить. Можем, но опять же нужны дровишки. Башню эту водонапорную еще нужно починить. Так, я видел, здесь вроде бы где-то у нас дерево было. Вот оно, последнее. Так, а нам нужно с тобой изготовить метательный нож. Вот такое вот задание у нас. А, нет, смотри-ка, еще есть древесина, отлично. Там фруктовые ягоды. Что-то я сказал как-то не в тему. Фруктовые ягоды, просто ягоды. Так, ладно, древесину хоть где-то мы с тобой добыли. И еще не все, как говорится, потеряно, да, в нашей жизни. И без того, как говорится, сложной. Так, это уже выход на локацию. То есть, получается, больше здесь ничего нету. Так, гостевой домик. Древесина. Все равно нехватка, ребят. Все равно нехватка. Так, а петли? Петли нам тоже где-то же нужны. По-моему, для башни. Слушай, а вот это что такое тут? А, это внутри. Сейчас я гляну на башню дозорную. Она, наверное, нам открывает новые территории. Как раз... Нет, не как раз, не хватает чуть-чуть. В общем, как ни крути, а деревянный ящик нам нужен. Так, тут еще и машину надо делать. Ё-моё, совсем про нее забыл. О, трава. Взяли. Так, ну что, давай тогда мы, наверное, с тобой все-таки сбегаем в эту же локацию, где мы были. Там у нас как раз еще и глина есть, а я думаю, она нам не помешает. Еще уровни подвала какие-то тут у нас есть, оказывается. Так, что за загрузка? Нет, спасибо большое за спецпредложение, я очень признателен вам, но я как-то обойдусь без него. Ну что, побежали в скалы. Да, именно здесь, ребята, у нас глинушка. Тут есть, наверное, глина. И как-то вот надо попасть к шерифу. Шериф, я помню, принимает уши фриков. То есть вот таких вот зомбарей. Может быть, даже что-то обменит. Может быть, рецепты будет давать нам. Может быть, ресурсы. Надо просто найти, как туда попасть, способ. Так, ладно, давай здесь прошуршим с тобой. Трава нам пригодится в любом случае. Как ни крути. Так, вот у нас тут металлолом. Давай-ка мы, наверное... А, его надо ломать тоже, оказывается. Что мы там нашли с тобой? Я что-то не вижу. А, найти металлолом 4 штуки.
Это мы сделаем. Там, смотрю, волчара, он шоркается. Так, глину-то тоже, да. Слушай, молоток-то у нас, надеюсь, продержится до конца. Не сломается в ненужный момент. То, что мы с тобой здесь глину добываем, это круто. Так, 6 кусков глины мы уже с тобой собрали. Ага. Шоркается. А если я буду ломать? Они слышат, прикинь, ребята, они слышат то, что мы с тобой шумим. То есть, ну, тут как по реалити все. Да сдохнет уже, паразит. Ну-ка, что у тебя там в карманах? Да ладно, блин, у меня опять уже нету места. Да что ж ты будешь делать, а, ребят? А камень тогда как? У меня есть камень? Есть. Значит, камень мы с тобой сможем собрать. Нормуль. Так, 4. А там нужно нам сколько? Там, по-моему, дофига нам нужно камней. Там и камень, и древесина нам надо. Так, мы, кстати, немножко с тобой подголодали, как бы. Давай, наверное, ягодок сожрем. Кстати, и место освободим заодно. Ломай. Так, тут сундук стоит. Тьфу ты, Олень, ты меня напугал, блин. Думал, зомбарь какой-то там крадется опять втихушку. Так, это уже выход из локации. Так, древесину заберем. Это заберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он там не один, по ходу дела, да? Ну, тут классно, что, ребята, есть тени. Можно как бы определять по теням. Это мне нравится. Это ткань. Твою налево, тут волчар стоит. Ой! Что у вас так много-то здесь? Блин, тут их дофига, их просто кишит, ребят. Так, тыквы, это все понятно. Дай-ка я, наверное, еще глины немножко себе набью. Так, камень. Еще один. Кто-то, по-моему, меня услышал, ребят, и бежит сюда ко мне сейчас. Да-да-да-да-да, это Джорджи, по-моему, если не ошибаюсь я. Так и есть. Блин, дубинка-то скоро у меня сломается. Как вам, друзья мои, такой подход, что... Да куда ты тыкву берешь? А, тут нет ничего в нем. Сейчас мы зайдем сюда. Нет, я камень... Да ё-моё, Джорджи, ну... Я прям, знаешь, как к другу какому-то обращаюсь. Джорджи. Джорджик. Так, ну там еще один зомби. У меня, боюсь, ребята, сломается моя дубина. Да, сломалась дубина, и теперь я в рукопашку. Слушай, а я могу, например... Ну, вот так вот. Нет, ребята, я не могу вот этой вот почему-то дубиной. Топором могу бомбить, а дубиной нет. Веревка. Забираем. Так, ломаем с тобой камень. И вот здесь у нас, да, металлолом. Так, отлично. Тут еще где-то должно быть две штуки написано. Ага, вот. Это третья. И последняя вон лежит. Тихо тут все, вроде тихо. Так, ребята. Найти металлолом в скалах мы с тобой нашли. Ну, естественно, получаем, видимо, просто опыт. Замечательно. Ой, ёк-макарёк, откуда ты? Вот чего-чего, я не думал, что здесь будут зомби лежачие. Давай-давай его прессуй. Ну, это прям как действительно Days Gone, да, ребята? Так, у меня же есть мяско, точно. Оно питательное. Смотри, как оно восстанавливает здоровье, ребят. Нормально, я тебе скажу, очень даже неплохо. Так, сумка, в сумке что у нас есть? Ох ты, перчатки, друзья мои, перчатки. Как раз есть местечко для перчаток, а вот для ткани нет. Ну ты смотри, у меня топор подходит к поломке. Ну и, соответственно, так, топор мы возьмем с тобой. И, соответственно, дубина тоже. Все это у меня скоро сломается. Да, это бывший
Это он лежит уже дохлый. Это бывший домик, ребята, да? Когда-то здесь, наверное, жили люди. И после начала апокалипсиса. В плане. А, топор, да. Он говорит, сделай топор, потому что он у тебя сломался. В принципе, так же сейчас сломается у меня и дубина. Ей осталось недолго жить. Так, метательный нож, говорят, сделать. Метательный нож, вот он. Что для этого нужно? О, хватает всего. Изготавливаем. Все, я сделал, друзья. Так, заберем с тобой опыт. Так, смотровую вышку нам нужно починить и построить грядку. Ну, я думаю, нам это по силам, да? А перчатки у меня есть? Есть, тоже какие-то старые, замызганные. А нож куда? Ага, вот сюда вот. То есть я могу метать его или как? Или что мне с ним делать? Давай-ка проверим. Только вот на ком. Так, а что у тебя спрятано, зомби? Нету ничего у тебя, что ты мне с панталыги-то сбиваешь? Где ты? Вот он, ребята, вот он амбал. Так, на меня среагировал Саймон. Слушай-ка, метательный ножик очень даже неплох, если честно. А ну-ка, где этот? Вон он, да? Он как раз какую-то сумку, ребята, охраняет. На, уходим. Марву его звать. Он медлительный, это для нас очень большой плюс, ребята. Да дуплись ты уже, все. Тьфу ты, олень, ты хорош пугать меня. Прям посраки ему. А нечего. Ой. Стоп, тут волчара. Не, метательный нож мне нравится. Довольно такое сильное оружие. Из имеющихся у меня, по крайней мере, сейчас, на данный момент. Скоро уровень, друзья мои, светит нам. Так, что в этой сумочке? Заклепки, веревка, ягодки. Ягодки. Я хочу взять эти заклепки. Выкинуть траву или выкинуть нам ткань. А это что такое? Это ткань, а это обрывок ткань. То есть из обрывков мы сделаем с тобой, скорее всего, ткань. Давай-ка выкинем, наверное, вот эту вот. А заклепки я возьму. Потому что тканью рано или поздно мы сможем с тобой делать из травы. Это 100%, я тебе говорю, это гарантирую просто. Обычно это так в играх делается. Все похоже, да? Тут больше ничего нету. Этот сундук мы с тобой облапали. Глинку. Ага, заберем. Место есть. Кстати, для грядки как раз, по-моему, нам и нужна глина. Ну что, пойдем домой. Вот мы и дома. Так, что я хотел сделать? Зачем я собирал камень? Для того, чтобы сделать ящик, по-моему, себе. Еще один дополнительный, насколько я помню, так? Ящик изготовить. Нормуль. Так, теперь нам нужно его здесь установить. Наверное, вот. Вот сюда поставим его. Вот здесь вот. Так, развернем. Пускай стоит. Мы сейчас сюда с тобой выгрузим весь ненужный левый хлам. Вот, например, вот это пока не нужно нам. Это шкуры и, наверное, гвозди с деревяшками. Все. Так. Починить смотровую вышку. Вот, давай посмотрим, что нам нужно для смотровой вышки. Делаем. Блин, гвозди я выложил, да? Твою дивизию. Нам нужно, ну, два гвоздя, ладно, возьмем. Так, трава и древесина. Точно у меня здесь нету ничего? Гвозди есть. Трава. Травы нету и древесины я не вижу здесь. И здесь то же самое. Опять придется, блин, идти. Опять нам придется делать вылазку. Но в этот раз я уже, наверное, друзья мои, пойду в новую локацию. Потому что в той мы с тобой все собрали, что могли. Так, выложим с тобой гвозди. Вот это вот. Глину, перчатки. Да и камень, в принципе, что он нам нужен сейчас? Так, а что у нас вообще? У нас остаются только ножи и все. Скудный выбор.
Блин, я только сейчас вспомнил, что мы хотели с тобой сделать домик для гостей. Я забыл, что ресурсы надо было туда вбухивать. А что там нужно? Для этого нам нужно... Так, короче, трава и древесина. Не забываем, блядь, трава и древесина. Слушай, а вот это что такое у нас тут? Может быть, что-то сможем приобрести? А, крутить. Ну-ка, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Глина. Ты серьезно? Загрузка, я понял, не хватает у меня. 7 кусочков глины. Типа, забери их. Ага, еще 27 монет нам дали. Так, ребята, давайте-ка посмотрим, куда мы можем с вами перебраться. Пьем чашечку чая. Взрослые собаки охраняют твой дом и дают полезные бонусы. Блин, мне же нужно псарню еще сделать. Значит, здесь мы были. Вот как мне попасть к шерифу? А, смотровая вышка нужна, друзья мои. Ого, трубопровод. Ничего себе, там уровень сложности. Нет, я пока туда, ребят, не пойду. А вот сюда, пожалуй-ка, мы сбегаем. Здесь как раз те самые ресурсы, что нам нужны. Тут у нас и камушек, тут у нас и древесинка. Можно немножко даже побомбить. А, это еловая роща. Мы же были в ней вроде бы, да? Автомобильные запчасти стоит искать на свалке. Мне нужно найти вначале эту свалку еще, прежде чем искать. Так, опять пьем чаек. Видимо, подготавливаемся. Чаек у нас только один с тобой из ягодок. Давай, лес. Слушай, лес. Я так и думал. Так, ну что, придется тогда собирать то, что лежит у нас на земле. То есть у меня ни топора, ни дубины. Не увидел он меня, нет? Кабан-то этот. Нет, не увидел. Тогда мы можем здесь спокойно с собой собирать и тыкву еще. Да, Джорджи, ну ты заколебал. Ну что, ты неугомонный-то, а? Чего там добавлена запись у меня в дневник? Все это зараженная кровь. Что-то все вокруг нее крутится. Наверное, мы должны будем потом с тобой сделать спектральный анализ этой крови и узнать, что произошло, да, скорее всего. Так, ну ладно, камень у меня есть. Твою, хотя что я боюсь-то? На тебе. Скулит мне там еще. И собака, как я могу понимать, будет находиться только... Да что ты, я хочу взять древесину, понимаешь, древесину. Вот теперь я могу скрафтить. Ух ты, доступен новый чертеж. Шапка, башмаки, перчатки. Это замечательно. Но меня сейчас интересует каменный топор. Все, мы сделали с тобой топорик. Теперь я смогу рубить лес. Так, я, знаешь, что не вижу здесь? Травы. Мне нужна трава. Но ее здесь нету. Так, и, кстати, голод у нас. Ой, как-то я тебя не увидел-то. Подсвинок ты несчастный, а? Давай забираем это все. Опять инвентарь. Инвентарь уже забит, ребята. Уже почти все. В хламину. Нужно какой-то улучшенный рюкзак нам сделать. Эти олени меня пугают, блин. Так быстро тут шоркаются. А вот и камушек. Раз, два, три. Шапка и перчатки у нас уже все, ребята. Ага. На тебе. Дергается там. Понимаешь ли. Так, что у нас? Вот, ухо фрика, который принимает шериф. А чтобы дойти нам до шерифа, нам нужно с тобой построить вышку смотровую. Еще и прокачать его до второго уровня. А не просто так. Здравствуйте, я Петя. Примите уши фриков. Нет, такой фокус здесь не прокатит. Так, все забираем. Ой, в животе урчит у нас. Урчало. Ой, тихо вы. Джордж минус. Блин, кабана придется вручную убить. Так, если мы с тобой хотя бы сыты, то у нас теперь питье, жажда, ребята. Ага, против жажды у нас есть с тобой морсик. Подожди, я же сказал, морсик у нас есть. А куда он его дел-то? Он его выложил, что ли, в этого? Не понял, юмора. Погоди секунду. Куда морс-то? Вот он, ё-моё.
Я уже все, пужанулся, думал, потеряли мы с тобой морс. Пей, пей, родной мой, мне не жалко для тебя. Фух, все, ребята. Сытые и довольные. Забираем с тобой камни. Так, дубина-то когда это сломается у нас? Сколько у нее там прочности? Ну, уже скоро, уже вот на подходе, ребят. Так, я вижу тебя, зомби, ты можешь не прятаться. Блин, слушай, нам надо скрафтить еще, наверное, метательные ножи. А веревки нету, да? А веревки у нас нету или есть? Нету. Водосборник, кожевня. Шапка, ну тут все хорошо. Кстати, псарню бы сделать, точно. Ну что, придется, ребят, дубину изготавливать, офигли. Чем драться-то против этих говнюков? Нечем. Так что дубинушку возьмем. Так, он тут сумку охраняет, да, типа? На! Рычит мне еще тут Барменталь. Так, сумка, порадуй меня, пожалуйста, каким-нибудь вкусным лутом. Ух ты. Ягодный компресс. Использую при заражении. Так, вот теперь дилемма. От чего откажемся? Даже не знаю, ребят. От тыквы, что ли? Тыква нам тоже нужна будет. Ладно, руби. А этот не слышит, смотри. Я рубашу ему по барабану. Он там делает свои дела какие-то. Там, кстати, я еще видел, ребята, одну сумку вроде бы. Вдалеке. Увидел, увидел меня все-таки. Паразит, увидел. Саймон. Еще и тут среагировал. Ухи дашь? Мне дает тряпку. Контейнер. Тихо, там еще, ребят, сокровища, смотри. Ну-ка, что у нас в этом контейнере? Вот тут спрятано сокровище. Ох ты, жареное мясо. Так, кожа. Я, наверное, выкину. Блин, эти семена, наверное, выкину. Выбросить. И тыкву выброшу. А вот это вот я заберу. Ну что, откапываем? Вот он. Это военный сундук, кстати. Ох ты. Так, сало, иди отсюда. И мясо это тоже пока выкинем. Что за книга? Научные журналы. Подшивка журналов «Наука и жизнь» за 70 мохнатый год. Берем. Кусок карты обязательно берем. И гвозди мне тоже нужны. Что выкинуть-то теперь? Я выкину, наверное, вот это вот. Нажмите, чтобы узнать больше. Я ничего не хочу узнавать больше. Просто обменяем и все. Так, ну что, рубим последнее, наверное, деревце и сваливаем отсюда. Травы я набрал, дров набрал, камни набрал. Так, ну что, бежим. Что это у нас тут за значок появился? А, оценить. Так, ну что, делаем с тобой домик для гостей. Наверное, у меня всего хватает теперь. Так, трава есть и древесина есть. Улучшить. Гостевой домик улучшен. Так, и что я могу, например, в нем делать? Исследуйте больше локаций, чтобы найти этого персонажа. А, он будет именно в этом домике сидеть. Бетти, да-да, ребята. Именно Бетти мне нужна. Так, это я сделать не могу. Так, ну тут древесина. Подожди-ка, смотровая вышка требует, по-моему, у нас этих металлолома. Нет, не металлолома. А что же тогда ей нужно? Да всего у меня хватает. Улучшаем, ребята. Починил я смотровую вышку, короче. Забрали. Так, и делать нам нужно еще грядку. Интересно, у меня хватит на грядку скрафтить-то ее? Да вот шиш там. Не хватает, как всегда, камня, травы, древесины, зато это есть. Тут еще нужен будет уголек. Так, ладно, я выкладываю все не нужно и идем с тобой к Бетти. Так, тут у нас... подожди секунду. Тут есть, да, что выложить? Кстати, камень. Камень-то у меня есть.
Подождите, что нам не хватает для грядки? Камень, древесина, остальное все есть. Ладно, это все вот выложим с тобой. А как интересно вот это вот прочитать книжку? Это же наверняка прокачка идет. 100% тебе говорю. Так. И вот эти вот рецепты. У нас, кстати, есть еще и джинсы. Ну что, пойдем навестим. Слушай, а вышка что делает? Гвоздик сюда вольем. И глину. Трава, трава, трава у дома. А древесина здесь не нужна. В костре. Интересно, а как в костре брать угольки, если вообще их можно будет брать? Можно улучшить за монеты. Я что-то, честно говоря, пока не хочу. Ну зачем? Здесь вот скинем сюда. Также здесь нужны веревки. Шкуры. Ну, естественно, гвозди. Прочее, прочее. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Гвозди есть. Петли, уголь. Что там, веревки, по-моему, да? Камень. Будем потихоньку с тобой собирать эту тачку. Так, не нужны ему древесины. Вот веревку скинем. Так, гвозди, да? Доски. Доски и шкуры. Подожди, где-то вот доски я, по-моему, у нас видел. Доски, вот они. А шкуры не вот эти, да? Нам не вот эти нужны, а растянутые, которые идут. Так, камень выложим тогда. Вот это вот выкладываем. Гвозди тоже можно выложить. Так, шкуры. Ну-ка, проверим. Так, шкуры выкладываем. Это выложили. Доски. Так, значит, еще нужны будут петли. Вот эти вот веревки выкинем тоже. Ну, в принципе, все это реально, ребят, найти. Единственное, что нужно будет, естественно, время. Так, ну, а мы уже отправляемся действительно к Бетти. Я просто хочу посмотреть, что там произошло, ребят. И, кстати, давай посмотрим, что у нас по броне. Перчатки сейчас вот-вот, ребята, рухнут. Все у меня порвется скоро. Абсолютно все, и мы останемся с тобой голодранцами. Так, я прибыл, друзья мои, найти Бетти в особняке. Кто это там бегает? Ты еще кто такой? Это рейдер? Собственная персона? Нифига ты! Выбил я ему мозги. Нашивка бандита можно обменять на что-то у шерифа. Хорошо. Так, там кто-то выходит, ребята, из особняка. Опа, это что такое? Хлопушка, отличное дополнение к вину и веселью. А это? Пластик не только загрязняет планету, но и помогает при создании дезинфекторов и крутой брони. Так, что у меня по шмоткам? Куртка еще целая? Целая. Тут, по-моему, нам придется... Не увидел, надеюсь? По-моему, не увидел пока. На, прям по башке ему. Ты достал меня с таким топором-то тут прыгать, парень. Все, ребята, у нас шапки не осталось. Лысая голова. Ох ты, ох ты. А дай-ка я вот эту вот трубу, наверное, одену. Мне кажется, она будет получше, чем наша дубина. Да, конечно, две звезды еще к тому же. Шапки нет. Куртка вот-вот, ребята, лопнет. Ой, потихонечку. Вот он. Блин, их тут два. Сматываемся. Ну давай, бомби ты его. Перчатки сломались, я очень рад. Я так этому рад, что у нас перчатки, блин, сломались. Так, надо, друзья мои, наверное, перекусить, я так думаю. Восстанавливай, восстанавливайся полностью, парень. Так, пошли потихоньку на карачках. Вот он ходит, бродит здесь. На, пол хп сразу с удара, ребят.
Так, веревочка пригодится. Сундук. Какой-то медицинский. Угу. Был, как говорится, домик у Бетти, да? Пришли говнюки сюда и начинают тут свои правила устанавливать. Сожгли дом к ядрене фене. Разбомбили его просто-напросто. Блин, много чего полезного здесь. Давай-ка, наверное... Наверное, мы с тобой... Может, нам выпить просто воду? Ну, я имею в виду не воду. Так, подожди, давай я проверю. Эту воду вообще пить можно или как? Да, утоляет жажду. Довольно неплохо, типа, да? Так, и консервы сожрать, что ли, эти? Или просто оставим все как есть тут? Давай оставим, наверное, и посмотрим. Нам нужно найти Бетти. Остальное все не важно. Ай! Ломаются у меня ботинки, друзья мои, сломались еще ко всему прочему, блин. И рубашка ломается. А что такая музыка-то накаленная? Что происходит? Так, рубаху, подожди, рубаху одеть надо. Обалденно. Голодранцы мы с тобой конкретные. Там еще один ходит. Супостат. Так, вот он. Вырубаем его. Куда так далеко пошел-то? Эй, хлыщ. На! Рейдер несчастный. Что там у тебя? Ойкаешь мне. Веревочка, спасибо. Босиком, блин. Бегаем. Ну. Так, резина. Большой кусок толстой черной резины. Из него можно что-то смастерить. Понятное дело, вот мне нужно джинсы, скорее всего, надеть. Я ведь сломал джинсы? Сломал. Ладушки. Так, забираем. Это что такое у нас? Оберточная бумага. Украсить любой подарок. Блин, ну тут, видишь, фейерверки. Это все, наверное, надо будет. Отличный подарок для того, кто любит R&B. Ладно, где мне найти саму Бетти? Вон, кстати, зеленый. Подожди, там два рейдера бегают. Я так понимаю, это охраняет ее. И нам надо пожрать. Ну, почти фул. Так, найти Бетти в гостинице. Этот серьезный противник тут не просто так. Он явно сторожит что-то. Может быть, оружейница мне хорошо заплатит за это? Сразиться с боссом написано. Оу, оу, надо помогать и срочно, ребята. На, что-то они сразу на меня переключились. Что такой дерзкий-то? Ломай, ломай ему ребра. Вот так вот. Бетти, ты свободна. Так, тут ящик еще один есть. Давай его обшмонаем. Зачисти. А, нам нужно зачистить. О! А я уже думал, что ботиночек тут не будет. Что... А это что такое? Настольная игра. Она скрасит тебе немало долгих зимних вечеров. То есть ты хочешь сказать, что еще зима здесь будет? Давай одень ботинки. Ну вот, ребята, я снова на коне. Шапки только нету. Лысине не холодно. Да, и, кстати, еды у меня нету. Давай, наверное, хлебнем водички с тобой. Вот этой вот. Выпьем ее, типа. И перекусим. Тут как раз у нас... Ага, перекусили. Перекусим. О, как хорошо восстанавливать здоровье, посмотри. Так, и у нас с тобой еще местечко есть одно. Я возьму, наверное, бинты. Бинты, по-моему, у нас ребята очень хорошо должны залечивать раны. Протестим? Да. Отлично. Ну и все. Теперь нужно сделать просто зачистку с ней. Я поговорить не могу, как ты видишь. Рейдеры, я тут... Я их видел, да, вон они. Опять два. Две штуки. Ах ты, гаденыш, там из...
Из пукалки по мне бомбит. Очень сильно бомбит, кстати. Че, я еще не зачистил? Изоленту забираем. У этого ничего нету. А что вот это означает? Видишь, крестик какой-то. Так, а это что за два зеленых крестика? Ну это, по-моему, как трупики должны быть. Ё-моё, вот он, рейдер-то еще один. Есть! Зачисточка. Ребята, полностью у нас сделано. Нашивки мы эти забрали. 20... Чего? Опыта? 20 опыта. Ну что, теперь, я думаю, можно поговорить, пойти с Бетти. Эти все ящики мы с тобой проверили. Эти жуткие головорезы появились так внезапно. Спасибо за помощь, ты спас меня. Теперь надо спешить. Те, кого мы тут уложили, были всего лишь частью этой банды. И если уж шестеркам мы с шестерками мы справились, то скоро вернутся и их основные бойцы. И они жуть как опасны. Вот, возьми это. Мне кажется, что ты с этим лучше управишься. Ага, она мне дала пистолет, ребята, и три бинта. Отправка на почту. Собери. Я никак не могу собрать это все. Так, ну что, мы поговорили с Бетти. Насколько я могу понимать, она пошла ко мне. У нее тут неплохо, у нее тут огород свой был. Даже есть семена, тыквы. А она просила, да, говорит? А, ну да, в принципе, она и говорила, что у меня семян нету, принеси мне... Ну, типа, тыквенные семена, я хочу сделать урожай. Вот я, видимо, и принес, и у нее тут все нормально заколосилось. Так, следуйте за Бетти. А, так мы... Это кто такой? Да какой элита, блин, эй! Какое нафиг элита? Он меня сейчас размажет просто-напросто. У меня даже похавать нечего, ребят. Нет, есть, вру. Фига себе. Вы сейчас, блин, серьезно, что ли? Он меня ушатает. Он меня ушатает сейчас. Элитный рейдер, блин. Или успеем все? Успели, блин. Но я представляю, что дальше будет. Ух ты, у него какая-то особая нашивка, ребят. Так, убили мы, короче, этого рейдера. Бетти, иди сюда, поговорить надо. Чёртовы обжоры. Все мои тыквы сожрали. И весь особняк теперь жуть как разгромлен. Чёрт его знает, что мне делать дальше. Я как благодарна тебе. Ты ведь мне спас жизнь. Меня бы могли в рабство забрать. Или жуть, подумать чего. Что еще могли со мной сделать. А знаешь, может я у тебя побуду пока. Изготовкой тебе помогу. У меня все жуть как вкусное. Но не молчи, что скажешь. Папаня мой говорил, что вместе веселее. Только давай возьмем с собой отсюда все, что сможем. Вряд ли у меня будет желание сюда возвращаться. Ребята, у меня появился новый партнер. Ты можешь найти его в домашней локации. Так, Бетти, очень было приятно с тобой познакомиться. А еще лучше, что я тебя смог взять к себе. Конечно, я бы не против взять все, что смогу унести, но видишь, в чем проблема, что места в инвентаре нет. Я могу, конечно, выкинуть вот эту дубину. Так, где у тебя там твои припасы тыкв? Будешь мне готовить тыквенную похлебку. А раз ты говоришь, у тебя жуть как вкусно все получается. А я жуть как люблю вкусно покушать. Давай. Да, возьмем тыкву, потому что, ну, семечки тыквенные, конечно, тоже хорошо было бы, но... Но некуда мне их брать, понимаешь, некуда. Все. Пойдемте отсюда, нафиг, у меня и здоровья, во-первых, мало, и вообще... Чувствую себя здесь как-то неуютно. Пойдем, Бетти. Домой. Ну, вот я и дома. Так, значит, что мне можно... Найти Бетти, я так понимаю, да? Именно в гостевом домике она сидит. Сейчас мы проверим, как это все выглядит. Симпатия. Так, играть.
Ты жуть как рисковал, спасая меня от тех бандитов. И так много было. Я чуть ли не это, не знаю, что там. Думала, что они увидят и в доме брать нечего и уйдут. На третий день еда закончилась. Дождалась я удобного случая и устроила небольшую вылазку. Это я помню, ты вылазку сделала, да. Так. Сожрали твои тыквы, да, схватила трубу и пошла с ними драться. Короче, напала на самого толстого. Ну, а дальше понеслось. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Большое, огромное спасибо. Да ничего, Бетти, бывает, давай-ка сыграем с тобой. Зашибись. Ну, давай вот это вот. Упс, ошибочка, но я бы тоже выбрала именно эту карту. Так, давай еще разок сыграем. Так, вот карту нужно... Вот как-то... А, симпатия растет, ребята. Симпатия растет. Так, ну давай, я уже наугад, ребята, буду тыкать. Давай сюда. Твою налево. Так, а я смогу Бетти тут, видимо, платья какие-то надевать. Да вы издеваетесь, блин. Вы просто сейчас вот издеваетесь. Я сейчас, ребята, еще раз. Вот специально сюда нажму. А, симпатия плюс 3. А ну-ка, давай еще разок. Комбо X2, ничего себе. О, 13 стало. Ну, давай играть еще раз. Подарки пока есть, ребят. Почему не играть-то? Я еще разок сюда сейчас нажму. Дудки. Не вышло, комбо не пойдет. Слушай, подожди, а тут какие-то новые навыки есть. Симпатия 25. Повышается грядка крафта на 10%. Ага, вот для чего это все нужно, ребята. Вот для чего нам нужно играть. Для чего нам нужно повышать с тобой симпатию. Секешь? У нас будут новые с тобой возможности. А почему это две открылось? А почему две открылось-то? Непонятно. Эх. Ладно, ребят, ну, 16 симпатий, это тоже неплохо. Так, а что у нас тут? Требуется больше симпатии, получи нужный уровень симпатии, чтобы открыть новый костюм для Бетти. Свидание можно какое-то сделать. Требуется больше симпатии. Получи нужный, понятно. Нифига себе, мы можем... Ура, твоя награда. Мы можем с тобой, Бетти, приглашать на свидание. Фу. Так что, ребята, все-таки она намного отличается от Ласдея, как ни крути. Так, у нас пистолеты, все это есть. Давай мы, наверное... Кстати, я вылазку-то делал, у меня только веревка, да? Только веревка. Ну, давай посмотрим, что, например, нужно здесь. Здесь нужно... Да дофига что нужно. Опять же, основной ресурс — это древесина, камни и все прочее. А здесь? Ну, ты видишь сам, камни, глина и тому подобное. Так, для тачки веревка нужна еще или нет? Нужна. Где-то нам нужно с тобой вот эти вот всякие мелкие детальки находить. Давай, наверное, выложим здесь нашивки, потому что я с ними 100% никуда не пойду. Они на данный момент мне просто не нужны. Так, здесь у нас изолента. Так, это фейерверк. Плюс этот магнитофон у нас здесь. Тыквы. Так, выложим мафан. А как интересно, вот, ребята, раскрыть рецепт именно ботинок. Вот как вот мне его, например, активировать? Может быть, на него просто нужно щелкнуть в инвентаре? Для улучшения башмаков. Для улучшения башмаков. Непонятно. Так, нам нужно с тобой, скорее всего, отправляться. Технология настолько старая, что пережила даже конец света. Здесь еще, блин, очень много всяких полезностей, как по мне. Но очень много нужно ресурсов. Поэтому отправляемся с тобой куда-нибудь на новенькую локацию. Куда можно сбегать? В принципе, можно было бы вот сюда, наверное, сбегать. Враги. Какие-то зомби обычные. Возможная награда. Вот, в принципе, от такой награды я не откажусь. Ты прикинь, тут какие-то турели.
Это блокпост. Точка сброса С3. А, требования. Баллы шерифа 120, поэтому я сюда не смогу прийти. Блин, а вот сюда тоже не смогу. Смотровая вышка нужна, блин. Короче, пошли тогда с тобой просто фармить. Ребят, другого ничего не остается. Просто собирать лес, собирать камни. И знаете, в чем проблема еще? Что лес и камни, они, по-моему, не восстанавливаются заново. То есть вот сколько у тебя есть на этой локации, столько и есть. Если я ошибаюсь, то это хорошо. Погнали. Будем ломать, рубить, добывать. Кстати, скоро уровень получим. Это будет у нас какой? 9-й, да, левел? Блин, я же с этого забыл взять. Ё-моё, только сейчас вспомнил. У меня же... Ай, дурик. У меня же... Этот... Почта переполнена. Опа, а вот, ребята, и шапочка. И какая-то похлебка. Вот мы шапочку с тобой и нашли. Пускай однозвездочная, но это лучше, чем лысиной своей сверкать здесь. Так, я вижу дерево. Но мне нужна еще и эта сока. А я вижу тут только пока обычные ягодные кусты. Да, ягодных кустов тут много. Ну ладно, я возьму их. Оу, я только сейчас увидел, что у меня, ребята, со здоровьем-то беда бедовая. Но мы нашли с тобой похлебку тыквенную. Вот так вот мы ее схавали с тобой. И половину здоровья восстановили. Действительно, ресурсы не восстанавливаются. Но зомби же восстанавливаются, или мы просто его тогда в тот раз не убили? Так, стоп. Ты ведь меня увидел все-таки, что ли? Да, он меня увидел, ребят, бесполезно от него бегать. Придется нахлобучивать, как говорится. Веревка — это то, что нужно нам. Значит, короче, в приоритете у меня сейчас должна быть не машина все-таки, ребята. А, и подсвинок тут. Не машина все-таки, а смотровая вышка. Потому что нам нужно с тобой попасть будет к шерифу. У шерифа обменять там вот эти все нашивки и тому подобное. 100% он будет давать задания по зачистке определенных территорий. А что у нас вот тут такое, а? Локация прогресс 3.11. Девушки. Так, это записи, это понятно все. Ну что, тут точно, по-моему, все с тобой, да, обыскали, посмотрели. И здесь больше нам делать нечего. Да, действительно нечего. Тогда идем не домой, а сразу же переходим на близлежащую локацию, где можно тоже посмотреть и дровишки там и все подобное. Вот сюда. А здесь, по-моему, мы... Так, включить уведомление о том, что выживший добрался до места назначения. В плане, ну давай включить, фиг с ним. А зачем такое уведомление вообще нужно? Если я сам присутствую и вижу, прекрасно добрался он до места или нет. Или мы потом сможем с тобой отправлять наших выживших на определенные задания. Если только в этом случае, то да, я не спорю. Это будет полезно. Чего, хотите сказать, ни древесиночки, ничего нету, что ли, здесь? Ну, я вижу тыквы. Ага, камень. Просто один камушек валяется. Я его все равно заберу. Твою налево, у меня не хватает места. Съедаем, конечно, все съедаем. Чтоб поднять камень. Так, с глин. Твою налево, да. Куда ж ты взялся тут, ползун? А этот ящик мы смотрели или нет? Этот ящик мы с тобой не смотрели. Гвозди я взял, так, мне нужна вот эта трава. Выкидываем с тобой эти рога. Забираем траву. Потому что с травой тут вообще, ребят, какие-то проблемы. Раз бревно. Два бревно. Новый уровень, друзья мои. Камешек взяли.
Елочку срубили. Постройте грядку. Да я бы с радостью бы построил эту грядку, если бы у меня были нужные ингредиенты. Травы нету. Я в шоке немножко, что у нас нет травы здесь. С какого, блин, перепуга-то? Уж трава-то должна быть везде. В любой локации расти. Это ж сорняк, ё-моё. А ее тут нету. Тут вот тыквы. Нате, пожалуйста. Ягодки берите, ради бога. А остального все нету. Локацию я тут все обижал. Че, неужели нам на выход надо идти? М? Еще псарню. Псарню нужно сделать, которая будет защищать мой дом. Ну не хватает и все здесь, хоть тресни, блин. Ладно, давай глянем. Может быть, здесь можно куда-то еще свернуть, именно вот с этой вот локации. Потому что на дальние нас не пускают. Вот сюда вот, например, можно же? Да, конечно, смотровая вышка 3-го уровня. А сюда? Вот сюда можно. Подножье скал. Если тебе жизнь недорогая, ты можешь бежать сюда. И я сбегаю. Просто от безвыходности уже бегу. Три черепка. Уровень сложности, грубо говоря, средний, ребята. Потому что максимально это, по-моему, 6 черепков. Ну, если только аккуратненько как-то тут себя вести. И непонятно, в чем заключается сложность. В силе зомби или в их количестве. Если в их количестве, то это ладно. А если в силе, то это будет беда. Так, я пока тут древесину пособираю. Вроде никого нету, все пусто. Там какой-то у нас, кто там лазит. Да в плане, блин, опять недостаточно места. Ну, серьезно, что ли, блин? Опять ягоды лопать. Недостаточно места, говорит. Ох, ёк, сколько их там, ты видел? Так. Стоп, 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 стоп. Ой. Блин, горелый. У него 27 хп всего лишь. На. С удара, прикинь, я его вынес. С удара. Значит, хлыщ он просто-напросто. И это тоже хлыщ. Сосунки. Кровь это зараженных, блин. Там подсвинок стоит. На меня уже зыркает. Так, древесина у нас перебор. Да, я смотрю, уже пошло, как говорится, по второму набору. Я, наверное, вот это, ребята, выброшу. Знаешь почему? Потому что мне вот здесь нужно забрать металлолом. Металлолом для меня выгоднее, потому что там очень много построек именно на металлоломе замешано. Так, этого я даже смотреть не буду. Так. Вот это я понимаю. Так, каменная кувалда сломалась. А без кувалды я, естественно, ничего не смогу делать. Поэтому надо будет изготавливать. Все. Теперь валим камень. И все равно мне нужна трава. Камни камнями, металл металлом. А что я сделаю без этих? Без травушки, муравушки. Так, забираем, забираем. Тут ломаем. 4 металлолома, мало. Эту машину нельзя проверить. Опять Джорджи. Опа, опа, ребята. Видим нового вид зомби. Кислотный, скорее всего, заражает. Может быть, отравляет. Но явно ничего хорошего от этого ждать не приходится. Что, блин, недостаточно места. Ну, ой. Заразный Остин. Давай проверим, что он делает, ребят. Оу, у меня заражение-то копится. Прикинь. Вот, 16 заражений, ребята. Если я это не вылечу, скорее всего, мы с тобой будем, ну, наверное, облучены. Да я просто. Так, тихо, 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 тихо. Вон он, зараженный ползает. Сейчас попробую нахлобучить его.
Замечательно, нахлобучил. Так, что у нас тут? Ага. И клей, а клей, я, насколько помню, ребята, нам нужен. Блин, биту выкидывать, что ли, придется? А это что такое у нас? Техническое масло. Блин, техническое масло, наверное, пригодится. Давай, наверное, я вот эту вот пустую флягу выкину. Правда, я больше уверен, что ее можно где-то будет водичкой заправить. Так, это уже на выход, да, у нас? А из шкафчика-то есть что-нибудь или нету? А-а. То есть, и... ой. Хе-хе-хе-хе-хе, ты видел, да? Стоит там паршивец, амбал этот. Так, Джорджик, дай-ка я тебе сейчас немножко дубиной приглушу. Чуть-чуть буквально. Капелюшечку. Чтоб ты тут просто не мешался нам. Да-да-да, именно вот так я и хотел сделать. Что же у вас там это кру... Так, секунду. Опять зараженный Джорджи. Вижу металлолом. Вижу металлолом, древесину и все подобное. Так, ломаем. Ломаем. Кто там бегает, олень? Недостаточно места. Так, ну что, друзья мои, будем выходить или как? Потому что, ну, места уже нету. Все, я уже ничего не могу, ребят, никуда складировать. Ага, они охраняют. Твою налево, они охраняют этот рюкзак. Они мне оставляют выбор, как отсюда только сматываться, ребят. Все. Но опять же, нехватка ресурсов. Мало я собрал. Дом, милый дом. Так, что нам для вышки нужно? Гвозди. Гвозди есть. Камни. Веревки, да? Веревки. Глина. Ходовые, самые ходовые ресурсы, ребята. Так, здесь у нас ничего. Здесь древесина плюс глина. Доски. Я помню, что доски куда-то нужны. Так, трава. 14 травы. Чтобы поставить псарню, что нужно, ты не помнишь? Давай-ка глянем с тобой по крафту. Нам нужны гвозди, камни. Два камня. Камни, гвозди. И что-то там еще, по-моему, да? Блин, древесина. Так, подожди, у меня же есть древесина. Подожди, 20 же было, я же видел, что 20 древесины, вот она. Что меня пугает это на самом деле? Крафт. Стоп. А где у меня песик-то этот? У нас должен быть песик в коробке, не надо мне свистеть, что... Зашибись. А где у меня песик в коробке, которого я нашел в тот раз? Или мне приглючило? Да ну нафиг приглючило. Нету. Просто, друзья мои, нету. Охо-хо. Так, хорошо. Что у нас тут? Фости. Фильтруй базар. Фости. Так, тогда давай сюда этот ткань. А вот это что у нас? Бытовая химия. Где я тебе возьму, блин, бытовую химию? Скажи-ка мне на милость. Тут ткань, слитки и все тому подобное. Здесь древесина. Ну вот, блин, продуктом. Где вот я возьму эти аэрозоли? Аэрозоли, аэрозоли. Аэрозоли, ё-моё, говори правильно.
Так, а здесь нам не хватает. Подожди. В плане, я всю глину спустил? Это, ну, такой тонкий намек, да, парень? По-моему, тебе пора опять отправляться за глинушкой. Так, глина сюда. Камень сюда. Веревки. 6 веревок. Что-то мне подсказывает, что нужно вот этот станок делать. Чтобы мы могли с тобой что-то, ну, путевое. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Камень. Камень же у меня есть. Две штуки всего лишь, да? То есть я его... Так, это ткань. Слушай, а как вот эту вот книжку? Дай-ка я все-таки ее возьму и попробую, ребята, ее заюзать. Нет. Возможно, она нужна будет куда-то для крафта. Возможно, ребят. Но это не точно. Так, здесь тоже ничего нету, да? Тут кожа, ткани, это все понятно. Ну да. Можем взять с тобой ножи метательные. Значит так, нам нужно найти веревки. Все, веревки и ничего более. Я пошел, короче, опять же, на голодный желудок собирать. Сейчас пойдем с тобой, наверное, еще в одну локацию, в новую сбегаем. Тут их дофигища. Правда, у нас с тобой заканчивается, знаешь что, энергия. Ты думаешь, мы с тобой можем вечно бегать? Нет, ребята, у нас 113 энергии всего лишь осталось. И вот что, например, сюда. Смотровая вышка нужна, например, 4 уровня. Естественно, я не смогу сюда. А здесь 3 уровня. Речная деревня. 4. То есть все, приплыли, пока я, блин, обновиться через 1 час 12 минут. Через 51 минуту обновиться. Шериф, блин, ты запарил, а? Здесь вообще еще все закрыто. А что, ребят, я тогда ничего не смогу сделать. Эти локации... А, вот сюда можно еще сбегать. Подожди, я же здесь... А, нет, не был. Дремучий лес. Побежали. Хоть какая-то локация, ребята, нам пока еще доступна. Остальные все, как ты видишь, они обновятся. То есть после обновления 100% у них восстановится, да? Это все это. И зомби там появится, и древесина, и камни, и все, что мне нужно. В данный момент мне нужно найти где-то веревки. Сколько там? 4 штуки, по-моему, или 5? Где эти веревки, блин, добуду? Я фиг его знает. Они так просто, блин, не валяются. Они где-то находятся. И грядку эту я еще не сделал себе. Не удосужился. Что? Олень какой-то дурак подбежал мне, шуганул и убежал опять. Так, ну естественно. А вот трава, которая мне нужна. Давай-давай, ломай. Отлично. Так. Подсвинок, я смотрю, тут ползает. Сейчас его нахлобучу. На! Дай веревок мне, подсвинок. Он дает шкуры и бивни. Они, по-моему, там тоже куда-то нужны. Шкуры, бивни. А еще мне нужна ягодка. Потому что у нас голод потихоньку с тобой глушит нас. Мы можем, конечно, съесть с тобой сырое мясо, если бы оно у меня вообще было бы. А у меня его нету. Так, давай-ка попробуем с тобой. Опа. Смотри, 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 сколько зомбарей. Сейчас кого-нибудь... А, вот как меняется, да. Так, блин. Иди отсюда. Бежит. Радостный, довольный. Вот и мясо есть, ребят. Сырое. Можно, в принципе, и сырой поесть. Если бы я его обратно не выложил бы, да? Надо отходить от этих сумок. Не очень, конечно, питательно. В плане, я же думал, что... Что это за... А, это уже вепрь. Это тебе не просто какой-то там подсвинок.
Это уже самый настоящий огромный вепрь. Ладно, возьмем кровь с тобой зараженных. Жир этот, ну, на жиру 100% будем что-то готовить. А вон и ягоды. Так что сейчас мы немножко с тобой, немножко, совсем чуть-чуть утолим свой голод. Волчара там стоит. Там волчара, там зомби. Блин, мне нравятся эти метательные ребята. Ножи? Примитивные, правда, но все-таки. Иди сюда. Саймоны всякие, Джорджи. А Джорджи тут сумочку охранял, я смотрю, да? А сумочка-то мне как раз пригодится. Ну-ка, что у нас тут? Оу, копченое мясо. Я думаю, это шедевральный деликатес. Так как мы с тобой голодные, нам нужно заточить. Ну, я бы не сказал, что, конечно, много восстанавливает здоровье, но это все-таки лучше, чем ничего. Так, и попили, и поели, да? Рубим. С деревом, слава богу, здесь нормуль. Ага. Отравленный, он там ползет. О, веревка. Веревки все-таки у зомби находятся, да? Так, псина. Точнее, волчара это. Че ты там скулишь мне? Кейт. Мясо сырое. Рубим. У нас древесины уже 38 штук. Давай, давай, давай. Ой, ой. Закончилось, ребята, конечно же, закончилось у нас. И сюда, говнюк. У этого ничего нету, а у тебя? У тебя тем более ничего нету. Опа, это кто там? Ребят, какой-то новый вид зомби. Такого еще я не видел. С рюкзаком за спиной. Опять этот, не, это вепрь, хотел сказать, подсвинок. И дубинушка-то моя скоро все, тю-тю, ребята. Ох ты. Жирное мясо. Боль вегана, ужас. Зожника. Так, я, наверное, захомячу его, ребят. Хотя зачем его сейчас хомячить? Незачем. Не буду я его пока есть. Камень, камня наберем с тобой чуть-чуть. Так, и тут трава есть. Блин, недостаточно места. Придется выкинуть, наверное, вот эту пробирку. Выбросим мы ее. И вот этот вот жир. Зачем ты разделил? Выкини нафиг. Какую эту? Да чтоб тебя все время, это недостаточно места. Забирай древесину. Ломаем камни. Это основной ресурс. Камни, древесина, трава. Без них ты как без рук. Ты ничего не сможешь делать. Ни каменный топор, ничего вообще. Который, по-моему, у меня еще и сломался, да, сейчас? Нет, топор на месте. Что-то мне показалось, что я сломал его. О! В плане, я не понял. Что за Шелли, блин? Плевун кислотой, а? Ты посмотри. Кожа, блин. Кожа тоже нужна. Ну что, будем жрать сырое мясо? Вот он, ребята. Ой, это Юрий, 55 хп. Так он сосунок. У него он ухо можно было откусить. Так, теперь ящики. Два ящика здесь свободных. Мне нужна веревка. А мне дают, блин, гвозди. Так, вот это я возьму тоже металлолом. Ткань, не, на бивню выложу, потому что... Ну, хавчик нужен, ребят. Хавчик нужен.
Прям вот сейчас надо его схавать. Так, еще один ящик у нас здесь. Опа, перчаточки. У нас перчатки есть пока еще? Еще есть. Ну, у нас обычные, без звездочки. То есть, самые ничтожные. Так, ну что, я, наверное, все, ребята, побежал отсюда до дома. Наверное. Так, ну что, прибыли. Давай-ка мы посмотрим, что у нас там насчет вышки. Веревки же нужны были, да? Еще 4 веревки надо сделать. Найти, сделать. Ну, тут понятно, станок. Мне не под силу этот починить пока. Здесь что у нас? Та же самая беда, да? Трындец. Ткани, гвозди. Ничего не могу сделать. Так. Симпатия. Я так рада, что ты заглянул. Я тоже так рад, что заглянул. Но, к сожалению, ничего сделать не могу. Не могу, ребята, без веревок у меня все. Тупик какой-то. Трубу, наверное, вот эту возьмем с тобой. Так, траву. Камни, траву. Так, тряпки эти выложим. Гвозди, наверное, выложим. Хлопушки. Глина, ткань. Нету, ребят, короче, у меня веревок и сделать не могу. Давай тогда скрафтим, может быть, что-нибудь пока. Так, глина и камни. Я это все выложил, блин. Так, глина и камни. Вот память моя девичья. Никак не могу запомнить. Глина и камни. Куда ты пошел-то? Не в ту степь. Глина. Ну, камни же есть. И чего не хватает-то? А, нужен еще один камень. Хорошо, а помимо этого я могу что-нибудь сделать? Помимо грядки. Водосборник, например. Нужно 6 тряпок. И опять же камень нужен. Черт подери, на моей территории ничего нету больше. К сожалению. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда с вами, наверное, закончим на этой ноте эту серию. Ну, потому что трындец. Бесплатно? Получить вот это бесплатно? Ты серьезно? Ты, наверное, шутишь надо мной. Кстати, а где у нас почта? Где моя почта, блин? Где моя почта, которую я хочу посмотреть? М? Так, вот она почта, ребята. Значит, а, здесь все равно. Здесь все равно не то, что мне нужно, ребята. Собрать мясо. Давай мясо соберем. Давай все соберем. Че, у меня инвентарь, хочешь сказать, переполненный? Естественно. А мясо пожарить ты хочешь? Сможешь сделать? Жареное на мясо. Он, может быть, и хочет, но у него нехватка. Нехватка, ребята, как их? Рецептов. Ускоренное изготовление. Делай давай. Блин, ягода нужна. Ему еще одна ягода, ты понимаешь? Он не будет делать, пока у него не будет ягоды. В достатках, блин. На тебе, блин, ягоду. Иди, варгань давай. Свой компот. Все? Теперь-то ты делаешь? Крафт. Конечно, надо нажать было крафт. Мясо, значит, пока беспонтово с ним бегать. Тут
все-таки тряпки, это все можно объединить вот с этими тряпками. Здесь у нас везде гвозди разбросаны, гвозди там с этими гвоздями, уши фриков с ушами фриков можно объединять. Естественно, ребят. Вот как бы просто место освобождать, а то у нас все везде по разным щелям валяется. Перчатки. Их можно выложить, но они пригодились бы нам, если честно. Потому что там, ну, куда мы с тобой отправимся в следующий раз, наверняка. Наверняка что? Наверняка надо будет делать бинты через 300 лет. Так, действительно ли я получу, если я посмотрю, ребят, рекламу, вот то, что мне там предлагали? Где вот здесь вот? Давай просто глянем. Так это или не так? А, тут рулетка, оказывается. Ну, крутим, посмотрим, что нам выпадет. Да ё-моё, блин. Ягодный компресс. Ну, ладно, хотя бы так. Все равно, ребят, прикольно. Так, питомцы. Упс. Щенки тут, лабрадоры всякие. Транспорт. Фига себе, тачка Джиггернаут. Снаряжение, опыт. Деньги, сейф. Сейф. Хм. Открыть. Угу. За 35 монет 5 этих, давай. Понятно. Давай один тогда купим. Да, я хочу потратить. Резерв Форт Нокс ты получил. Эть. 5 потратил, 3 получил. Замечательно просто, офиг. Даже 7 потратил. Да. Накололи они меня, конечно. Собери. Заберем пистолет с тобой, бинты. Все заберем, короче. Ничего я тут им не оставлю. Но пистолет, наверное, будет круто. Бегать-то с ним всяко поприятнее будет, согласись. Так, ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.